Опа, опа, где это мы? Где это мы? А где это мы? А мы в команде Carville Racing на Нижегородском кольце. Сейчас ребята, Гриша вот готовится к выезду. Да, мы, собственно, решили посмотреть, как устроено все в кольце у наших многоуважаемых друзей из Carville Racing. И сегодня окунемся поглубже вот в их историю, посмотрим, что у них происходит. Так, ну и мы уже находимся на каком-то таинстве, которое называется Грид. Именно, именно отсюда пошло Грид Гилл. Да, в общем-то здесь сейчас будут расставлять машины пилоты команды Карвили. Ну, в принципе, все пилоты, причем здесь Карвили Рейсинг, все пилоты выставляют автомобили перед стартом. Особенно плюс 31. Особенно плюс 31. Максимально хорошо, да. А вот и Гриша, Гриша, да. Вот Гриша подъехал, пожалуйста. Я как будто Гриша Солнышко сейчас, подожди. Ты Гриша Солнышко? Я Гриша Солнышко вообще, я уже. Да, посмотрим, что дальше будет. Слушайте, а прикольно, сейчас вот установочный круг идет, когда за сейфтикаром машины проезжают целый круг. Сначала они там грели шину, а потом раз и все гуськом встали. Во, все гуськом едут. Прикольно. Ну и сейчас будет... А, вот сейфтикар уехал. А, у них же не сходу или сходу? А, у них сходу. Да, нет, да, сходу. Фига там замес. Опа, на поворотике, смотрите. Гриша, давай, го-го-го. Кто у нас там еще? Захар. Бля, прикольно, что там шумят. Гриша занял второе место в первой гонке. Красавчик, молодец. А у нас старт второй гонки сегодняшнего дня. Карвиль!